Ладно. Побежали мы дальше. Дробовичок взять. Убийство в ближнем бою. Убийство из ручного пулемета. Из дробовика в ближнем бою. Из ручного пулемета. Дошел я докуда? А, вот до сюда я не дошел. Ну, пошли. Я рада, что ты оказалась рядом. Всю мою команду отдали на растерзание волкам. Повезло, что меня не забрали. Я изучаю судей уже несколько месяцев. Мутная история, по правде говоря. Если вкратце, Иаков и его солдаты накачивают бедных волков каким-то наркотиком. Я не знаю каким, но он превращает их в машины для убийств. Похоже, сектанты знают, как заставить волков слушаться. Я видела, как судьи выполняют их приказы. Самое жуткое, что волками эксперименты не ограничиваются. Нас спасут, правда? Не оставляй меня! Спасибо, без тебя пропал бы. Убийство в ближнем бою, надо было битый пахнуть, дурак. Его втихаря. Ты охренел? Где он? Да. Он бешеный, что ли? Иди сюда. Да блин.
Он сдохнет когда-нибудь? Да блин, завешаю. Неужели? Ты смотришь. Угу. Да блин. Три главных собаки. Собачка, то есть волчара. Бля, муха. Thank you.
Блин. Сука. Да пофиг. Что ты мне сделаешь? Опа, снайпер. Собачку мою убили. Да откуда у вас столько? Да блин. Сейчас. Я почти на месте.
Да, как-то неудачно я начал. Спускаюсь по тросу. Господи, здесь так жутко. Блять. Форель. Так, потрохи, потрохи. Барахло одно. Тебе барахло, у меня патронов нет. Будь начеку. Тут полно судей. Мило бумера моего. Полно судей. Скажи, если что найдешь. У тебя лишней херни не будет и лишних проблем. Нам теперь нужнее. Илай хороший парень, что ведет за собой бойцов. Затарился чуть-чуть. Америка была великой страной, но эти дни позади. Если это не доказательство, я тогда не... Да мне все равно там что. Автомат. А, тут можно было ходить. Я не знал. О! Там что-то. Каменный окунь. Демщиков и перестрелять всех по нам. Возможно. Окунь. Сейчас зайти куда-нибудь можно? Нет? Нельзя. О, штучка. Не заметил. Еще штучка. Так, штучка. Олень самая ценная добыча. Столько мяса. Олень. А что это такое? Какой-то божок. Ну давай. Супер. Замани одного внутрь. Не в смысле? Их нужно как-то заманить сюда. Каким? Возьми тренера и брось тело в кормушку.
Каким макаром? Они услышат колокольчик и прибегут. Труп трассировщика в кормушку. Положите труп трассировщика в кормушку. Ага. Трассировщика в кормушку. Дрессировщик в кормушку. Ой. И? Вижу одного. И что? Странно, конечно, но если бы не все это дерьмо, я бы не нашла смысл жить. Твою мать! Получилось! Ладно, ладно, сейчас я спущусь. Не думала, что у тебя получится. Круто. О, ты тоже. Блин, а я что-то первый раз, когда играл, такого не было. О, какие глаза. Зрачки. Я тебя разгадаю. Сопротивление получило новую партию снаряги. Говорят, там есть кое-что весьма полезное. Огромное тебе спасибо. Теперь у меня все, что нужно, чтобы синтезировать формулу. Вот, возьми тестовый образец. С его помощью ты найдешь этих тварей. Устрой тест-драйв. Говорят, волков тренируют в центре Клык. Не хочу. Так, что это? Удерживайте L1, чтобы открыть селектор. Затем удерживайте R1, чтобы перейти к селектору. Нажмите R, чтобы выбрать геомопатию. Ну, чтобы хранить. Выживальщики здесь лохи. Слабые всегда мнят себя героями. За что бы они ни сражались, они считают себя воинами. Они не воины, они дети. Ополчение Уайтейл не солдаты. Они ничто. А их лидер, Элай, не герой, а жалкий трус. В них нет силы. Они слабы. И станут добычей. Так, что мне тут дальше есть? Куда сходить? Сколько у меня очков? 4. Может, собачку полить? Блин, 4. 10. Рыболов не хочу. Не хочу. Мне нужен еще один этот. Одно убийство командира. Ну и что? Ну, собачку. Командир не буду возвращаться в строй быстрее. Я не хочу пока. Где тут? Клык. А что там в заданиях? Это сюжет. Это вооруженный конвой в горах. Далеко. Сынка, только... Не понял. Это онлайн-посты. А пошлите к онлайн-посту сходим. Рядом же. Я тут.
Куда идти? О. Люблю хедшоты. Стрелой прямо в глаз. Люблю хедшоты. Кто их не любит? Иногда хочется, чтобы гады немного пострадали. О, аптечка. Оп. У меня аптечек много. Сейчас мы добежим. Куда, правда? Не знаю. Но добежим. Опа, 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 опа. Что это? Машинка. Проехала. Это наш шанс. Где? Где? Никого не вижу. У нас гости! Где? Ой-ой-ой, вертолет. Продаватель оружия. Это же та тетка, с которой я базарил. Уже все. Охотники Иакова шныряют повсюду, тащат новых людей в кресло. И? Дробовик не хочу. Илай изо всех сил старается сплотить. Метров до ванпоста. Вперед! Враг не мог далеко уйти. Ищите! Не спать! Враг может быть где угодно! Блин! Нам теперь нужнее. Конечно. Волка убей. Где он? Сука это. Какой веселуха. Мне чуть в ногу не отгрыз. Опа. Ага, вышка. Еще раз вышка. Подлог на предлогом.
Где? Нас так просто не возьмешь, пусть не надеется. Где эта музыка? Заткните эту музыку. Я помощник маршала Стесси Брат из управления шерифа округа Хоук. Я хочу извиниться за вред, который я помог причинить людям брата Дэна. Мне жаль, что так вышло. Меня заманили сюда. Под ложным предлогом и ввели заблуждение насчет Осипа Сида и его семьи. Я был глупцом и поверил этой лжи, но Сиды отнеслись ко мне очень тепло, и теперь я знаю правду. Что-то гремит, и мы погибнем, если не подготовимся. Слабость поразила наш мир. Сила. Единственный путь вперед. Черт, это не оно. Яков Сид поделится ей с нами. Он научит нас защищаться. Он сделает нас сильными. Я помощник маршала Стесси Брат из управления шерифа округа Хоук. И я буду тренироваться, убивать и приносить жертвы ради отца и проекта Брата Айдема. Ага, вот, вижу. Я помощник маршала Стейси Брат из управления шерифа округа Хоук. Я хочу. Я пошла! Прикройте! Куда ты пошла? Блин, да где это? Иду! Куда ты идешь? Они как бешеные там носятся. Какая позиция? Под ложным предлогом. И ввели заблуждение насчет. Да блин, он где? Thank you.
застрели его нахрен. Ну и все, теперь можно возвращаться и их пострелять все к чертовой матери. Поделится ей с нами. Он научит.
О. Выйди, выйди чуть-чуть. Фух. Что-то отвык я. Чизбургер 12-18 раз махачка. 12-18. А что у нас в виду по чизбургер? Ой, пчелки. Где-то здесь гнездо. Гнездо. Пойду нахер отсюда. Ух ты. А у меня все это есть? А у меня все это есть. А что там? Байбл. Хорошие новости. Еще партия судей в пути. Скоро будут у вас. Отличная стая, но поосторожнее с пятым номером. Она просто зверь. Чуть руку мне не оттяпала, когда я вкалывал сыворотку. Она станет отличным судьей. Понял. Станет. Стало бы. Как я был. Собакин. Эдемщики, их безумная херня. О, чувак, здорово. Собака никогда не подведет. Здорово. Здорово. Сектанты тренируются на пленниках вместо мишеней. И судей тренируют. Подумать тошно. Что за черт? И судьи тренируют.
потом. Хороший песик. Я слышал, на старом аэродроме Лэнсдаун стоит самолет. Но территорию патрулируют эдемщики. Может, нам стоит туда наведаться? Надо быть чутьку. Открыть карту. Это вот. Ага, тайник уже Ващика. Ну да, мы туда сходим. Это Уэйд из центра Клык. Это Уэйд. Где этот? А что здесь? А, где это был? Оп. Потрохи. Карты, потрохи. О, мешочек. Блин, хрен отрёшься. Где медведь? Кто туда попал? Чизбургер. Ух ты. Куда это они так? Эта хрень не сотрется. Что за пожар. Ты бежишь, куда ты бежишь? Где мне чизбургера найти? Вот этот корм с 12 до 18. Где Мишка? Куда? Привет, Кисун. Как дела, мам? Рада вас видеть, мам. О, привет. Давно не видели. Вот как раз тот, кто мне нужен. Я готов. Славный пес. Жаль, это не медведь. Хорошо, что мы спасли этих волков от эдемщиков. Теперь им ничто не грозит. Где они медведь? Отправили своих безумных волков на старую лесопилку, чтобы сторожить пленников. Тут у нас был медведь по имени Чизбургер. Он настоящая знаменитость. Обожает барбекю чеда. Но из-за диабета пришлось его посадить на диету. Даем только лосось. Эдемщики хотели его забрать, так что я его выпустил. Теперь он разбойничает на свободе. Надо бы его найти. Убедись, что с ним все хорошо. Поймай пару лососей по дороге. Скорми чизбургеру лососей, и ты покоришь его сердце. Это Уэйд. Убийство не знал.
Электростанция, ага. Туда не надо. И нам туда. Туда нам надо. Чуть-чуть. А как я туда вошел? А, вот, через дверь. Крыло, летим до какого-то почти на него и прыгаем. Блин, перелет. Блин, да что такое? Реально сейчас вертолет где-нибудь возьму и...
книжка. Подожди, сейчас собираю. Самолет. О, денежки. Лэнсдаун Чартерс. Меня зовут Скайлор. Скайлор Корс. Вы, может, обо мне слышали? В общем, у нас тут небольшие проблемы, и я бы хотела арендовать самолет. Для меня и, может, еще одного. Посмотрим. Я заплачу. Много. Больше, чем вы думаете, но мне нужно время. Надо его поймать. Тогда мы выберемся. Хорошо. Не хочу в аркаиды играть. Так. А как? Блин, так он же ворота открывается.